Новый дизайн, инновационные средства защиты от подделок, больше страниц для ваших путешествий. Новый паспорт, который подойдет именно тебе, совсем скоро в Латвии по новой цене. 34 евро. Именно ты можешь стать первым обладателем паспорта нового образца. Ну а если я не хочу? Давайте разбираться, можно ли жить без паспорта? Если коротко, да, можно. По закону с 15 лет у каждого должен быть документ, удостоверяющий личность. С 2023 года этот документ ID-карта. Если сейчас у вас есть действительный паспорт, то обязательно получить ID-карту будет необходимо только по истечении срока действия паспорта. Если же у человека старше 15 лет нет ни одного документа, удостоверяющего личность, его может ждать даже штраф 35 евро. Необходим документ и совсем маленьким гражданам, если они отправляются в путешествие за границу. Паспорт или ID-карту до 5-летнего возраста выдают на 2 года или на время поездки. С 5 до 20 лет уже на 5 лет. И начиная с 20 лет, срок действия документа уже 10 лет. Особый случай – паспорта, которые выдавались на 50 лет людям старше 60. Эти документы по-прежнему действительны, но только для жизни в Латвии. Но все ли услуги доступны для жителей, если у вас нет паспорта, а только ID-карта? Уже в 2022 году с ID можно было голосовать на выборах в Сейм. А в 2024 можно отдать голос и на выборах в Европарламент. Без паспорта можно и путешествовать, но в ограниченное количество стран. Среди них государства Европейского Союза, страны Европейской экономической зоны и Швейцарии. В этом списке, например, нет Великобритании, куда можно поехать только с паспортом. Только с паспортом должны путешествовать и неграждане. Чего нет у ID-карты? Записи о твоих детях, которые можно сделать в паспорте. В отдельных медучреждениях, в каких-то чрезвычайных ситуациях, позволяет быстрее установить родство взрослого и ребенка. Такая запись также позволяет утвердить статус многодетной семьи. Пиши в комментариях. А ты уже встал в очередь на получение паспорта нового образца?